Всем привет, с вами снова Sky Vicious, и вы на канале MLP Chelsea Brown. И сегодня я снимаю последний выпуск рубрики Advent календарь Lego Friends. Как вы, наверное, уже поняли, день 24. Завтра у нас католическое Рождество. И весь этот Advent календарь приурочен как раз к этому празднику. Вчера нам попалась вот эта вот заснеженная красивая елочка. Ну а сегодняшнее окошко, оно самое, в самом нижнем ряду, последнее справа. Вот оно, последнее. Давайте его откроем. И давайте же посмотрим, что нам тут попалось. Открываем. И это пингвиненок. Давайте же скорее его соберем. Вот столько здесь имеется деталей. Давайте же соберем пингвиненка домик ледяной. И вот такой вот ледяной домик пингвиненка у нас собрался. Посмотрите, какой он красивый. Я сейчас его вот вам покажу. Сделан из белых деталек, а также из таких вот голубых. И сейчас я хотела бы сравнить его с прошлым моим пингвиненком. И вот так вот выглядит голуба моего прошлого пингвиненка. Она, конечно, побольше, потому что этот набор шел к журналу Lego Friends. И если вы хотите себе вот такую вот голубу, то есть вот такой наборчик, там еще шла рыбка, то покупайте январский журнал Lego Friends, который выйдет в следующем месяце. Я знаю, что его там опять перевыпустят, и он будет там. Пингвинята здесь абсолютно одинаковые, только вот это вот справа у меня будет мальчик, а которая слева сегодня нам попалась, это девочка. Ну, возможно, у них чуть-чуть разные глаза, но это просто, наверное, косяк в покраске. У девочки я прикрепила такой бантик, был еще в комплекте такой же запасной. Собственно, это обычный бантик, который еще можно прикрепить на девочек Lego Friends. И на этой веселой нотке мы закончим наш последний выпуск Advent-календаря Lego Friends. Давайте же я вам еще раз поподробнее покажу каждый сюрприз, который нам попадался. Две девочки, Алла и Ева. Одни лыжи, санки. Лыжи шли также вместе с флажком. Скамеечки, стол, баночки с конфетами. Вот этот снеговик. Саксофон, подставочка для коньков и подставочка для клюшек хоккейных. Сами хоккейные клюшки, ворота и шайба. Как я уже и сказала, коньки, кружки для чаепития. Вот такой вот ларек для продажи пирогов. Здесь также была плита и здесь тортик с леденцом. Колонка для сцены, сама сцена. Вот для волшебника, в котором была шапка-невидимка. Пингвиненок и кролик с домиками. Катапульта. И, конечно же, вчерашний подарочек – большая елка. Вот такой вот это был замечательный календарь. А на этом было все. Всем пока. С вами была Sky Vicious. Подписывайтесь на канал MLP Chelsea Brown. Ставьте лайки и комментируйте видео. Всем пока-пока.